Вот наконец появился, кто ее может оценить. А со мной без нее уедешь? Не с тобой уедем. Да? Да. Чехол тебе положу. Это моя бас-гитара новая. Азура и чунин шахсон аст. Истидоди санати у худо дод аст. Дар сахна меҳмони фахри фестиваль Данир Назар. Мы возвращаемся к живой музыке, к живому звуку, к тому времени, когда существовали ансамбли, тогда, когда ансамбли собирались в группы, эти группы были группы друзей, которые несли какую-то идею, какие-то свои открытия. И возвращаясь к этому, я хочу единственное сказать, что на этом пути будут очень нелегкие испытания, потому что это требует большого усилия, большой воли, чтобы преодолеть все эти технические проблемы, все эти организационные проблемы. Я надеюсь, что ваше тепло, оно поможет исполнителям, которые сегодня выступали, почувствовать себя по-настоящему сильными для того, чтобы выступать живьем, петь живьем, организовывать ансамбли, использовать богатое наследие музыки нашей, использовать все достижения, которые были открыты нашими композиторами, все достижения, которые открыты музыкой мировой, к тому, чтобы такие слова, как классика и современность, мы букву «и» оттуда уберем, и будет классика, современность. То есть сегодня будет, мы приведем нашу жизнь к тому времени, когда классика, она будет звучать современно. И для этого нам нужно много поработать, и я от всей души, и думаю, что от имени вас я пожелаю всем своим друзьям, всем своим близким, все они мои близкие, все они мой ансамбль, все они мои дорогие друзья, и я хочу, чтобы они всегда были счастливы, чтобы их голоса звучали звонко, и чтобы их собирала всегда любовь и большое желание приносить вам радость. Будьте счастливы.
Сцена превратилась в цветник. И цветник не только из цветов, а и из прекрасных людей, из прекрасных исполнителей. Пусть их аромат наполняет нашу Родину своим талантом и своей красотой. Желаем всем успехов, удачи, чтобы это делало нашу жизнь красивой, и чтобы мы могли ее чувствовать во всей ее полноте.